крепость была огроменная, занимала около 10 гектаров. 10 гектаров, 4 век до нашей эры. Сколько они ее строили, неизвестно. Так, мы уже на какую-то скалу забрались. Ой! Так. Сейчас сниму панорамку. Ух ты, блин. Не так уж и высоко, конечно. Как бы что и озера. Но голова кружится. Наверное, видите уже те стены, которые природа матушка там приготовила для скидки. С трех сторон она такая неприступная стала. А мы сейчас с вами находимся в самом начале Ахкаи. Ахкая, это где-то сдавается. Выше мы с вами в соке доберемся до самого конца. Такие горы называют поиски. Боже, как красиво. Да, это лишайники. Сейчас я вам покажу еще одну интересную традицию.